породы, он возрос среди народа, но гонимый местью царской злобной, завистью боярской, он обрек себя страданию, казням, пыткам, истязанию, и пошел вещать народу братство, равенство, свободу. Он бежал в чужие краи, из царева каземата откнул до щипцов и ката, а народ восстать готовый из-под участи суровой, от Смоленска до Ташкента с нетерпением ждал студента. Чтобы идти беспрекословно, порешить в конец боярство, порешить совсем и царство, сделать общими имения и предать навеки мщению церкви браки и семейства мира старого злодейства. Старого золотейства.